Привет. Сижу, отдыхаю. Так хорошо во дворе. Воздух свежий, ветерочек не с океана, а с востока. Сейчас так птички щебетали. Но я в это время читала комменты Марии. А теперь они вот молчат. Ну и снимаю вот это вот. Тоже для Марии. Газончик постригли сейчас. Вот тот забор покрасили. Вот этот. Ну, я не красила, конечно. В общем, получилось не очень. Доводить забор до такого состояния не нужно. В Америке нужно красить заборы. Просто краска не зеленая, не синяя, как у нас, как мы привыкли. Вот такая натуральная, ну, под цвет натуральный. Вот кто-то там щебечет, если слышно. Ну все, пока.